Приветище! Мы снова на заднем дворе соседа. И играем мы в вернутого соседа. В прошлый раз при помощи рогатки вон там вот я сбил предохранитель. И нам нужно сюда пробраться. Я там уже вижу трубы, по которым мы проберемся. Ух, какая милота! Тут чаепитие с игрушками! А можно я к вам присоединюсь? Вот у меня тут кружечки даже, походу... Так. Рогаточка мешает... В смысле я не могу взять чашечку-кружечку? Вы обалдели? Да долбанная рогатка! Прям в глаз лезет. О, это же мы с братюньками! Наша команда! Хорош тут слюни сопли растягивать, погнали! Нужно залазить и пробираться внутрь. Вот сюда мне нужно. Вон предохранитель! Вон он, красавчик, где лежит. Я сюда не доберусь. А, чтоб досочки тут не пообваливались от моего веса. Аккуратненько. Тихонечко. Все, дальше труба. Ну, в смысле, не у меня труба, а в принципе труба. Отлично. Хорошо, идем. Трубы надежные. Кстати, это трубы, которые ведут к электрощитку. В этих трубах электричество, наверное, идет. Ну, эти провода электрические. Ну вот, кажется, добрались. Какого лешего я упал? Попыточка номер два. В этот раз я, наверное, прям в окошечко вот сюда вот пролезу. Надеюсь, что мои виртуальные ноги тоже пролезли, а то я опять упаду. О, шикарно. Сколько краски! Вот бы ее всю вылить на соседа. Значит, вот оно, все ради чего затевалось. Предохранитель. Нам его нужно будет воткнуть в газонокосилку. Наверное, ее проще в окошко выкинуть. Вот так вот. Хм. Можно, в принципе, и коробку выкинуть. Да чего мелочиться, все выкинуть, и лейку тоже. Какая непослушная лейка не хочет выкидываться. А! Красная демонюха, ты что творишь? Зачем ты тут опять появился? Выкинись! И чтоб не возвращался мне тут! А теперь и я выкинусь. Где же мой предохранитель? Иди сюда. Сейчас я тебя вставлю в газонокосилочку. И все у нас заведется. Вот твое место. Еще один предохранитель остался. Что ж, пойдем его добывать. О, могилка, польем тебя. Правда, у меня воды нет, поэтому... Так, в общем, следующий предохранитель у нас... вот он. Как его достать? Руками не отодрать? Если колотить, тоже не поможет. Я думаю, нужно вызвать спеца с битой. Дерзкая девчуль на связи, маникюрчик то, что надо. Ну чё, гоу ломать голову, свою и чужую. Значит, вон монетку, которую так и не достал. Пропеллер, который можно запустить. О! Дверь открылась! В прошлой серии я разблокировал комнаты security. Ну, то есть охраны. Ну, где камеры, короче, смотреть можно. И здесь тоже дверь разблокировалась. Ого, я еще выше могу. Это, видимо, прям на крышу я сейчас выползу. А ну, кыш отсюда! Воронье поганое. Насрало тут на крыше, наверное. Ничего себе. Я так высоко еще не взбирался. Блин. Ау! А здесь скользко. Надо быть очень аккуратным. Я не хочу расшибиться на соседской крыше. Так. Ну-ка. Вроде бы встал. О-о-о, мне, видимо, наверх. Вот так вот будем карабкаться, карабкаться, карабкаться. Потом по веревке вниз. И туда, я покатился скользко, твою ж налево. Сраное воронье обосрало крышу так, что теперь там скользишь, как на льду корова. Но на самом деле тут, короче, смотри, в чем фишка. Видишь досочки? Я, короче, только по этим досочкам и могу ходить. А по остальной крыше не могу. Если пойду, то нафиг соскользну, куда-нибудь улечу и убьюсь нафиг, и переломаю кости. Поэтому вот буду ходить по досочкам. Можно еще, конечно, сюда попробовать. А, скользко, скользко, скользко. Аккуратно. Опасный был номер. В общем, все, я больше не рискую. Полезли наверх. На эту мельницу. Огромную мельницу. Ветровой мельняк.
Ну или в простонаречии ветряки. Ветряк. А нервы шалят. Я очень высоко, но руки мои крепки. Я истинный скалолаз. А куда мне? Ага, вон она. Оп. Я истинный скалолаз. И я взбираюсь как ас. Все выше и выше. Надо перехватиться, наверное. Сейчас, минуточку, смотри, как могу. Вот, из-за спины вот так вот сейчас возьму. Вот. Вот, давай. О, вот так вот. Красиво вышло. Подтягиваемся одной рукой. О, ты понимаешь, теперь какой качок. Поэтому тут детишечки крепкие, как Арнольд Шварценеггер в свои лучшие годы. Надеюсь, ты знаешь, что такое Арнольд Шварценеггер. Ну что, теперь, походу, слазить надо. Турникмен из меня отличный. Теперь нужно поработать битой, как истинный бейсболист. Где бита-то? Вот, потерял биту в своих карманцах. Все, разломали. Теперь, походу, мне на пропеллер надо. Да. Вот это сейчас будет экстримчик. Он, кстати, мой дом. А там сидит рыжий, который контролирует все. Блин, что-то лопасть какая-то мелкая. Я не дотянусь слишком высоко. Вон на той лопасти поедем. Интересно, что вон там вот? Вон в том домике. Эй, лопасть, такси, такси, подвези меня, таксани. Посыпки. Опаньки. Я... Куча воронья. Опять тут все, наверное, засрали. Не подскользнуться бы, или как это? Не ручкознуться, ручкользнуться. Ну, руками не подскользнуться. Чего вы там сидите? Они монету охраняют. А ну отдай мне монету, кыш. Моя монета. Отжал у воронята монету. Теперь надо отсюда как-то слезть. Что это за ручка? За нее не взяться. О, во! Вот, вот за эту штуку можно схватиться. Оп. Ништяк. Осталось грамотно спрыгнуть. Ой-е. Снова ноги на твердой поверхности. Но ненадолго. Ну чё? Экстрим-адреналин, погнали! Зипланим, ё-моё! Как старые добрые детские времена! Фу! Ух, вроде целёхоник. Это что, тачка? Соседская тачка! Без колес, правда. А можно залезть? Никак не открыть. С другой стороны вон там открыто. О, какая лесенка забавная. Как в библиотеке, слушай. А там ключ. Короче, давай мы эту лесенку подвинем. Вон туда на досочке, видимо, мне потом залезть надо будет. Вот. Теперь осмотримся, что здесь, кого здесь. Это план ремонта автомобиля. Ага. Шоколадка! Прикусь! Ей! Раздербаним шика. А чё не открыть-то? Что это такое вообще? Ну. О, кстати, а тут на этикетке еще одна игра этих же разработчиков, которые создали «Привет, сосед». Магнитик. Ну-ка, ключик подмагнитить. Кстати, ключик, ёлки-палки, а чего этот ключик? Ключик. Я люблю ключи. Иди сюда. Обычный ключик. Непонятно от чего. Но мы потом разберемся. Значит, лампочка и проводок идет прямо под капот автомобиля. И здесь предохранители. Долбанные предохранители. Они повсюду. Короче, они тут тоже не работают. Я когда их починю, то мы сможем открыть ворота. Вроде как так. Топлива, походу, в тачке нет. Нужно топливо будет залить, потому что он горловина открыта. Рон-дон-дон, я еду за рулем. О-о-о, за соседским авто. О, зажигание. Не, нифига. Короче, видишь, лампочка мигает, и топлива нет. Лампочка у чека мигает, что типа чек, надо чинить двигатель. Ну и как бы бензин тоже не заведется.
Значит, лезем за ключом. Лезем за ключом. Чинить подкапотное пространство. Я снова кашу с утреца поел. Теперь я Геркулес. Здесь надо спрыгнуть аккуратно. Шлеп. А что это там за канистра красная, а? Это же бенз. Там бензин. Теперь мы знаем, где он находится. Осталось только до него добраться. И, конечно, не упасть отсюда, а то расшибусь же. А кому я нафиг нужен расшибленный в нашей команде? Белосипед висит. Я на него даже не обращал внимания, пока не залез сюда. Ну что? Вон он ключ, да не простой, а золотой. Надо его взять по-любому. А что здесь веревка делает? Оу! А, ну ладно, хоть так. По веревке можешь забраться и дальше ползти. Типа чекпоинт. Что ж, я понял, как добраться до ключа. Надо запрыгнуть. О, да что, мое такое-то, сюда запрыгиваем. Потом вот сюда. Карабкаемся по вот этим штучкам. Потом по колесам. По колесам. Да колесим мы туда. Ну же, перехватывайся. О, отлично. Физика колес здесь, конечно, наиглупейшая вообще. На самом деле, я бы так не смог по ним ползать. И вот он, ключик наш. Да, теперь я ключмен истинный. Пойдем чинить подкапотное пространство. Недаром я же тогда на VR-STO работал. Значит... Ой, а что за электричество? Какого нафиг тут Тесла делает? Тесла-катушка. Почему ток-то туда-сюда? Короче, я понял. Вот, нам нужно вот так выставить предохранители, как там показано. О, видишь, зелененький загорел, значит, предохранитель встал. Ага. А этот кручу. И посередине крутится. Смотри, какая штука-то, а, беспонтовая. Ну, короче, ясно. Посередине кручу, все крутятся. А слева кручу, крутится только посередине. А если правый кручу, то тоже посередине крутится. В общем, я тут накуролесил что-то и чувствую себя каким-то Тони Старком, который вместе со своей рукодубиной мастерил свои костюмы. И я тут тоже сейчас что-нибудь намастеру так, что у меня тут подорвется все. Я думаю, что вот это сейчас докручу в нужном направлении, и все. У меня все получилось. Есть! Я это сделал! Я здесь минут 5, наверное, провел. Сраная головоломка. Мне все мозги сожрало. Значит, теперь мне нужно за топляком идти. Горючее вещество для заправки нашего авто. Мне нужно достать и в горло его наливать. В смысле, не в горло, а в горловину авто. Ну, там горлышко, все дела. По лесенке поползем. Так, там соседа нигде нету случайно. А то будет ржачно. Я тут ползу, он заходит через ворота, и мои ноги свисают перед его глазами. Я такой, чё? За ноги меня хватает и как дубасит. Значит, все, горючее вещество у меня почти в руках, я его беру. Воу! Кидай его вниз. Прикинь, оно бы сейчас как взорвалось от удара. Но в пластиковой таре ничего страшного. Ну все, бензик у нас вточили. Почти. Осталось только грамотно туда его залить и не растрясти, пока я иду до него. Давай, поехали. Точнее, вставляйся. Е-е-е, полный бак. Все починено, можешь заводить. Рон-дон-дон. Лайк! Лайк за починку авто, я заслужил. Ключик. Видал, как у меня рука сальтух умеет делать? Перемотай назад еще раз, посмотри. В общем, куда тебя... Сосед идет. Ёлы-пал, надо щемыться. Валим в шкаф, шкаф. Вот здесь. Ух! Я искал, от чего этот ключ. Я, кстати, нашел, от чего этот ключ. Это от багажника, вон же значок. Давай, давай, сваливай, сваливай. Тихо, ключ, не открывай дверь. Проваливай уже, а. Вот капец, я тут застрял в этом шкафу. В этом сраном гараже.
Все, кажется, он уходит. Ништяк! Все, пошли открывать багажник, смотри, что там у нас. Надеюсь, там нет маленьких детей. Фух, пронесло! Без расчлененки. Монетка! Золотая монетка на нашу братву. Я уж столько монеток набрал. Дошка на всех хватит. Ну чё? Я сбита, если чё, я укокошу этого соседа нафиг. Так что... А, здесь мне не пройти, только сосед может. Ясно. Пойдем вокруг. Пойдем вокруг, аккуратно. Эй, сосед! А, он сдриснул уже, слушай, походу в подвал. Или он ушел домой. Что у нас тут есть? Отвертка. Я надеюсь, тут отвертка ничего крутить не надо. А то мне и ключа хватило гаечного. Дальше. Пойдем. Смотри, что мы тут имеем. Вот этот люк. В подвал. Есть идея, есть идея. Нужно гаечный ключ передать. Пойдем, сейчас я его возьму. Иди сюда, красавчик мой золотой. Ключик-выручайка. Так я тебя буду звать. Сюда положу его. И... Рогатка, выходи! Твой выход. А вот и мы снова на заднем дворе. Мы сейчас, короче, возьмем этот ключик и открутим тот предохранитель. А вот и я, а вот и я. Мастер откручивания. Покрутим вниз. Не, наверное, наверх. Вон туда, к стрелочке же надо, да? Давай в обратную сторону. Ну же! О! Ништяк! Мы открыли люк! Дерзкая девчонка! Проход открыт, давай! Дерзай! Ага. Я надеюсь, мы узнаем что-то очень интересное там в подвале. Так что бегом сюда. Ху-ху-ху. Ну чё, погнали? Вау!